Сам пешеходный переход выходит с автономного кармана, и видимости нету водителям остановиться. Вот одновременно два автобуса останавливаются, среди них пешеход выскакивает, и получается дорожно-транспортное происшествие. Из-за этого сейчас демонтируется будет сегодняшнего дня пешеходный переход. С начала года на этом пешеходном переходе на Космосе произошло 3 факта дорожно-транспортного происшествия, и 3 пешехода пострадали.